openly my Это стиль. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Ну, теперь не вечернюю. Нет, постой. Прежде мою похоронную. Да отчего похоронную? От того, когда я умру, понимаешь, умру, в гробу лежать буду. Придут цыгане. Так жене своей завещаю. И запоют шелмы версты. Так я из гроба вскочу. Понимаешь? Вот это вот запиши. Ну, катай! Шелме версти, терно брогио, тайни тай пара песку на локтё. Ой, доли, 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 доли раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они дели Москвали фора мея бьё. Ай, раманарья, одой паскели лёбуне. Зачем сгубила молодца меня Лину? Можно у вас водиться? Можно. Что, Мишечка? Да беспокоен. Нет хуже, как сама барня кормит. У них там свои горести, а ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут? Да, кажется, теперь ты успокоилась. Хорошо спокойствие, смотреть тошно, что-то писали да плакали. Лиза вас ищет. Иду. Я не говорю, что она все плачет. Как это она не может успокоиться? Мама, вы удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, вы хотите, чтобы она была спокойна? Не спокойна, а что сделано, то сделано. Если я мать не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, он стоит того. Зачем вы так говорите? Ведь вы знаете, что это неправда. Федя не дурной, напротив, удивительный. Удивительный человек, несмотря на свои слабости. Да, он удивительный человек, как только деньги у него на руках, свои или чужие. Он никогда чужих не брал. Все равно женины. Он отдал все свое состояние жене. Но еще бы ему не отдать, когда он знает, что все равно все промотает. Промотает ли? Не промотает. А только я знаю, что нельзя разлучаться с мужем. Особенно с таким, как Федя. Только бы он дал развод. Что же будет хорошим? А будет то, что она молода, еще может быть счастлива. Мама, это ужасно. Это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого. Ну, почему ж не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди, которые будут счастливы жениться на Лизе. Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина. А почему бы мне про него не думать? Он любит ее 10 лет, и она любит его. Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства. Знаем мы эти дружбы, только препятствий не было. Что вам? Виктор Михайлович, приехали. Ну что ж, проси, да скажи барыне. Ну вот видишь, Саша, вышло, как я говорила, сейчас же и послала за ним. Послала, может быть, не с тем. С чем же? Мама, в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна. А вот увидишь, я ее знаю, она зовет его, ищет утешения. Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать. А вот увидишь, и я очень-очень этому рада. Ну что ж, увидим. Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что я очень рад. Елизавета Андреевна здорова? Да, она здорова. Ребенок немного беспокоится. Пожалуйста, проходите, садитесь. Да-да, тяжелое время. Но ведь вы все знаете. Да, знаю. Я ведь был тут 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это все так и решено бесповоротно? Еще бы, разумеется. А потом он сам понимает, после всего, что было, ему уже нельзя вернуться сюда. Отчего же? А вы что ж хотите? После всех его гадостей, после того, что он клялся, что этого не будет, и что если это будет, он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу. Да ну какая же может быть свобода для женщины, связанной браком? Развод. Он обещал развод, и мы настоим. Да ну. Елизавета Андреевна так любила его. Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли что-нибудь от нее осталось. Тут и пьянство, обман, неверность. Можно любить такого мужа? Для любви все можно. Лиза, Виктор Михайлович явился на твой зов. Да, меня немного задержали. Я вас оставлю. Пойдем, Саша, оставь их одних. Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена, так... Ну, одним словом, я согласилась разорвать и написала ему, что принимаю его отказ. Но потом... Но потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны. Что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите... Привезите его. Хорошо, но... Как же... Скажите ему, что я прошу его все забыть и вернуться. Я могла бы просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает, сделает не то, что хочет. Я сделаю, что могу. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас? Впрочем, надо говорить правду. Я удивляюсь. Но не сердитесь? Да разве я могу на вас сердиться? Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его. И его, и вас. Вы знаете это. Я люблю вас. Не для себя, а для вас. Я благодарю вас за то, что вы мне верите. Я сделаю все, что могу. Знала. Я вам все скажу. Я нынче была у Афремова узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. Вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот, это-то и нужно. Так вы поедете? Разумеется, сейчас. Поезжайте. Найдите его. И скажите, что все забыто. Что я жду его. Адрес вот. Ну так поезжайте. Поезжайте, найдите его. Скажите, чтобы он вернулся, что все забыто, что я жду его. Сделайте это, Виктор. Из любви к нему и дружбы к нам. Я сделаю все, что могу. Ну что? Послала? И что? Он согласился? Разумеется. Лиза. Лиза, зачем его, я не понимаю. Кого же? Но ведь ты же знаешь, он влюблен в тебя. Это все было и прошло. Кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он? Господи, я уверена. Я уверена, потому что просто... А Виктор Михайлович где? Уехал. Как уехал? Я просила его исполнить мою просьбу. Какую просьбу? Все секрет? Не секрет, а просто я просила его самому передать письмо Феде. Ты хочешь опять вернуть его? Да. Опять пустить в дом эту гадину? Мам, я прошу вас не говорить так про моего мужа. Он был муж. Нет, он теперь мой муж. Мод, пьяница, развратник. А ты не можешь с ним расстаться. За что вы мучаете меня? Мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите. Каренин делал тебе предложение, ты посылаешь его за мужем? Зачем? Чтоб возбудить ревность? Мама, это ужасно, что вы говорите? Оставьте меня! Ты родную мать выгони из дому, а развратного мужа пусти. Не стану ждать, Бог с вами. Делайте, что хотите, как хотите, так и живите. И прощайте. Этого не доставало. Ничего, ничего. Ничего, ничего, все будет хорошо, но мама успокоим. Мама! Мама, вы послушайте! Мама! Виктор, вот кого не ждал. Проходи, раздевайся. Каким ветром тебя занесло? Садись, Виктор. Слушай, не вечернее. Да, не вечерняя. Вот это она, вот это она. Ай, не вечерняя, летит заря. Заря, ай да зорька, зорька Витька спотухала, ай-яй-яй-яй-яй. Спотухала, 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 лёгкая заря. Удивительно. И где же все это делается? То, что здесь высказано. Ах, хорошо. И от чего человек может доходить до такого восторга, а нельзя продолжать его. Да, оригинально. Да это не оригинально. Это настоящее. В сущности, все очень просто. Только ритм. Жаудро про Сантмо. О чем? Я сейчас от вас. Твоя жена просила меня передать тебе это письмо. И послушай, Каренин, ведь ты знаешь, что в этом письме. Знаю. Не хочу сказать, что... Постой, постой. Только ты, пожалуйста, не подумай, что я пьяна, что мои слова невменяемы, то, что я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Так что же тебе поручено сказать мне? Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя, просит все забыть и вернуться. Я только не понимаю, почему ты? Елизавета Андреевна прислала за мной и просила меня. Так. Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу. Поедем домой. А ты лучше меня. Впрочем, какой вздор. Лучше меня нетрудно быть, я негодяй. А ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. Да нет, этого просто не могу, не хочу. Как я поеду? Ну, поедем сейчас ко мне, скажу, что ты вернешься, а завтра... А завтра что? Все я-то буду я. Она. Нет, зуб лучше сразу вырвать. Ведь я сказал, что если еще раз не сдержу слово, чтобы она меня бросила. Я не сдержал, и кончено. Для тебя, но не для нее. Удивительно, что именно ты так заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. Ты послушай. Послушай, Маша. Маша, вспомни. Повеличать. Величать. Виктор, сударь Михайлович. За дружеской беседою, коль пир идет кругом, к примеру дедов следуя, мы песню вам споем. И в этой песне слышится нам отзвук жизни всей, и как-то легче дышится, и станет веселей. Сколько дать? Ну, дай 25. Хора наш поет припев любимый, винопалились рекой. К нам приехал наш любимый Виктор Михайлович, да. Ясно, теперь Лен удрал Каренин. Ну и черт с ним. Ах, Маша, как ты мне нутро все выворачиваешь. А что я вас просила? Что? Денег. На, возьми. Вот и разберись. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ни черта ты не понимаешь, что ты сама делаешь. Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь, и пою лучше. А меня любишь? Видно, что люблю. Удивительно. Я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе? Разумеется, хорошо. Когда хорошие гости, и нам весело. Ты знаешь, кто это был? Слышала фамилию. Превосходный человек приезжал звать меня домой к жене. Она меня, дурака, любит. А я вон что делаю. А вот это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть. Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо. Разумеется, коли не любишь, то и не надо. Только любовь, дорогая. Да ты-то почем знаешь? Должно, знаю. Поцелуй меня. Чевалы, теперь Леон и шабаш. Элеон, о, на ты мой Элеон. Элеон, о, на зеленой. Уж я сеяла, сеяла лимон, уж я сеяла, бринговала и мала, чепотами приколачивала. Только бы не просыпаться, так бы и помереть. Доктор говорит, что опасности теперь нет, и только мне простудиться. Слава богу, а то Лиза совсем извелась. Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Ну, так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Гортань смазывать не надо, а вот температуру в комнате держать так же. А если опять будет задыхаться? Не должно быть. Но если будет, пульверизация. И, кроме того, порошки. Один утром, другой вечером. Я сейчас пропишу. Не хотите ли, доктор, чая? Нет, нет, благодарю. Больные ждут. Так это, наверное, не круп. Совершенно верно. Ну вот, что теперь, пожалуйста, выпейте чаю, а еще лучше поспите. Посмотрите, на что вы похожи. Теперь я жила. Вот истинный друг, спасибо вам, благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь. Ну, что же я сделал, не за что меня благодарить. А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы, все вы. Уж я и так тем награжден, что Мика вне опасности, и главное, вашей добротой. Это деньги доктору. Только я никогда не знаю, как отдать. Ну, я тоже не могу. Что не могу? Что? Давай деньги доктору, он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то в этом нехорошее. Ну, давай я дам, я умею, как это очень просто. Так, значит, эти порошки в столовой ложке отварной воды тщательно перемешать, ну, и все будет хорошо. Ты что, Саша? Я не могу видеть их отношения, она точно влюблена в него. Да тебе-то что? Противно. Пожалуйста, доктор, пожалуйста. Пожалуйста, отсюда. Как только ему стало лучше, он сразу стал улыбаться, болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется. Выпейте чаю, съешьте что-нибудь. Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после этих страхов. Ну вот видите, видите, как вы слабы. Я счастлива. Хотите взглянуть на него? Да, разумеется. Пойдемте со мной. Так прекрасно отдала, и он взял. А ты что насупилась-то? Отвратительно. Она его в детскую повела, точно он жених или муж. Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься-то? Ты что, замуж, что ли, за него собралась? Я? За эту версту? Я не знаю, за кого выйду, только не за него, и никогда мне в голову это не приходило. Мне просто противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком. Ну, какой же он чужой? Он друг детства. Мама, я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены. А что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал. Она ему благодарна. А кроме того, почему бы ей не полюбить Виктора и не выйти за него замуж? Мама, это было бы ужасно, отвратительно. Отвратительно. Что с ней? Право не знаю. Первая лошадь в Европе. Пари? Да полно брать. А? Ты же знаешь, тебе никто не верит, и пари держать не станет. А я говорю, твой картуш за флагом. Полноте ссориться. Я вас помирю. Спросите Федю, он верно скажет. Да обе лошади хороши, все дело в ездаке. А Гусев подлец. Его нужно только в узде держать. Да нет. Ну постойте, ну, дерби-то кто взял? Ну взял, это случай. Как бы Кракус не заболел, посмотрел бы. Федя, к тебе дама. Кто? Не знает кто. Да постой. Да я посмотрю. Кто это к нему? Наверное, Машка? А какая Машка? Цыганка Машка. Влюбилась в него, как кошка влюблена. Какая милая и поет. Прелесть. Танюша, да она. Вчера они с Петром пели. Экий счастливец этот. Что его бабы любят? А, бог с ним. Ой, терпеть не могу цыганок. Никакого изящества нет. Ну, не скажи, не скажи. Да я их всех за одну француженку отдам. Ты у нас известный эстет. Пойти посмотреть, кто это. Если Маша, приведи ее сюда, пусть споет. Нет, теперь не то цыгане, не то. А, я думаю, все то же. Ну, как тоже, когда романсы пошлые вместо песни. И романсы есть хорошие. А хочешь, я вот сейчас заставлю спеть, и ты не узнаешь, песни это или романс. Ну что? Ну, давай, пари. Коротко, вечно пари. А зарабел. Господа, это не Маша, а принять ее негде, как здесь. Пойдемте в бильярдную. Пойдемте. Ну, господа, давай. Господа, пойдем. Давай, пари. Попадешь на бутылку. Да. Пойдем сюда. Как это ты? Да. Федя, ты прости меня, если тебе это неприятно, но ради бога выслушай меня. Слушай. Федя, вернись домой. Саша. Я тебя очень понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же самое. То есть постарался бы все вернуть к старому. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как это ни странно сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то же, что и я. То есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни. Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя? Ах, Саша, милая голубушка, может. Еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной. Никогда. Да это тебе кажется. Да дело не в том. То есть не то, что дело не в том, а главное это дело в том, что я-то не могу. Вот знаешь, толстая бумага. Перегибай ее и так, и этак, и 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101, она и разойдется. Вот так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть-то ей в глаза. И ей также поверь. Нет. Вот ты говоришь нет. А сама знаешь, что да. Я не знаю. Я могу судить только по себе. Если бы я была на ее месте, ты бы ответил то, что ты мне сейчас отвечаешь. Это было бы ужасно для меня. Да, для тебя. И что, вот так вот все и останется? Должно быть. Федя, вернись. Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Ну, прощай, голубушка. Да, я поцелую тебя. Нет. Нет, нет, я не прощаюсь, я не прощаюсь и не верю, я не хочу верить, Федя. Ну так слушай, Саша. Только слово. То, что я скажу тебе сейчас, никому не скажешь. Даешь слово? Господи, разумеется. Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную нисколько. Во-первых, не имею права, а во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее с детства, и она любит его. Нет. Любит, любит. Как только может любить честная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие вот это вот будет устранено. И я устраню его. И они будут счастливы. Федя, Федя, не говори так. Да ты же знаешь, что это правда. И лучше я ничего сделать не могу. И не вернусь и дам им свободу. И так и скажи. И не говори. Не говори. И прощай. Федя, я восхищаюсь перед тобой. Прощай, прощай. Чудесно. Прекрасно. Князь Сергей Дмитриевич. Разумеется. Ну, вы же знаете, вот эту жоглюбь я виню, а уж теперь нынче особенно. Вы получили мою записку? Получил, получил, и вот мой ответ. Ах, мой друг, я совсем начинаю отчаиваться. Или там сорсели? Позитив, ма, сорсели. Я никогда не встречала в нем такой жестокости, такого равнодушия, такой безжалостности по отношению ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа. Но что же именно? Как стоит дело? Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться. Ну, как же муж? Дает развод. Вот как? И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины, тусает дегутан. И это его не отталкивает, я его не понимаю. Он со своей чуткостью, робостью... Любит. Ах, если человек точно любит, тогда... Да. Чего же раньше? Любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбой, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю и ценю. Теперь новое поколение уже не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Ну, как же быть с ним? Нет, про него не говорите. Какое-то колдовство, его точно подменили. Ведь, вы знаете, да. Я была у нее. Он меня так просил. Я поехала, не застала ее, оставила карточку. И нынче во втором часу, стало быть, сейчас, должна приехать. Я обещала Виктору принять. Но вы понимаете мое положение, я вся не своя. И по старой привычке я послала за вами. Мне нужна ваша помощь. Ну, благодарствуйте. Ну, вы поймите, это посещение решает все дело. Судьбу Виктора. И я должна или не согласиться, а как я могу? Вы совсем не знаете ее? Никогда не видала, я ее боюсь. О. Не может хорошая женщина решить составить мужа и хорошего человека. Он же товарищ Виктора. Он бывал у нас, он был очень мил. Да какой бы он ни был. Только салютор, келяю из видель. Нельзя бросить мужа, надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как Виктор со своими убеждениями уже согласится на женитьбу на разведенной. Ведь сколько раз недавно при мне он горячо спорил со Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством, и теперь сам идет на это. Я ее боюсь. Впрочем, позвала вас, чтобы слушать вас. Все только сама говорю. Ну, что по-вашему? Что надо? Вы говорили с Виктором? Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь-то взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий, что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. Он никого, кроме ее, любить не будет. И без нее, с другой, счастлив быть не может. Казанцева, какая девушка! О. Как любит и как пошла бы за него. Это теперь уж совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться. На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я просто не понимаю, как вы можете спокойно говорить об этом. Это что, та женщина, которую мать может пожелать в жены своему единственному сыну? И такому сыну? Да что же делать, милый друг? Не знаю. Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке, или бог знает на ком. А Лиза Рахманова, очень хорошая, милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина. Нравственная женщина, которая решается бросить мужа. Ну, я не узнаю вас. Вы недобры, вы жестоки. Да муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше и жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние, а у нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека, и то не она. Он оставил ее. Какая грязь! Какая грязь! И я должна в ней пачкаться. А ваша религия? Ну, как же ей жить с таким человеком? Да если бы она и не любила другого, она должна была бы это сделать. Для ребенка должна. Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет. И я хочу сказать вам только одно. Если вы продолжаете быть не согласны на мой брак... Да, разумеется, продолжаю быть не согласны. Я прошу, я умоляю вас только об одном. Не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле. Ну, я думаю, мы ни о чем таком говорить и не будем. Я уж, по крайней мере, никак не начну. Она... Тем менее, мне только хотелось, чтобы вы узнали ее. Я одно не понимаю, как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой живым мужем со своими религиозными убеждениями, что развод противен истинному христианству. Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в своих убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама... За что Вы так жестоки ко мне. Я тебя люблю и желаю тебе счастья. Сергей Дмитриевич. Ну, разумеется, разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь, особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так. Вот именно, все против меня. Разумеется, ты можешь это сделать. Vous êtes majeur. Ну, ты погубишь меня. Я не узнаю вас. Это... хуже, чем жестокость. Перестань, Виктор. Мама говорит, всегда хуже, чем делает. Я скажу то, что я думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее. Ну, это, наверное. Елизавета Андреевна Протасова. Вот и она. Я уйду. Я ухожу. Мама, пожалуйста. Простите. Нет, вы останьтесь. А я думаю, вам легче тет-а-тет. Я ее боюсь. Если захочу остаться с ней тет-а-тет, я тогда кивну вам ça dépendra. А то остаться мне с ней наедине, это меня свяжет. Я тогда вот так вам сделаю. Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Но только будьте справедливы. Как вы все против меня. Я жалела, что не застала вас дома. Но вот вы так добры, что сами приехали. Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть. Вы знакомы? Как же. Я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас. Да, мы дружны были очень. Мы и теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть. Я хорошо знала вашего мужа. Он ведь дружил с Виктором и часто бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Он, кажется, там женился на вас. Да, мы там женились. А когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня. Да, он нигде почти не бывал. И не познакомил меня с вами? Да. В последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли. Нет. Играли. Да, как же, я помню. Да. Я играла. Анна Дмитриевна, я прошу вас... Простите меня, если вам будет неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал, потому что он, то есть потому что вы хотели меня видеть. Ну, лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры. Я лучше уйду. Да, уйдите. До свидания. Послушайте, Лиза, не знаю, как вас по отчеству. Андреевна. Все равно, Лиза, вы мне симпатичны. Мне вас жаль. Но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. И я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. И горд ни именем, ни богатством. Горд своей нравственной чистотой. Он соблюдал ее. Он чист, как девушка. Я знаю. Никого из женщин не любил, вы первая. И я не хочу вам сказать, что я не ревную. Я ревную, но мы матери. У вас маленький, вам еще рано. Мы готовимся к этому, и я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистой, как он. Я разве я... знаю. Знаю, что вы не виноваты, но вы несчастны, а я его знаю. Он готов сейчас все перенести и никогда не скажет. Но его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив. Я думала об этом. Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. И если вы его любите, вы хотите его счастья больше, чем себе, а если это так, то вы не захотите связать его, чтобы потом заставить раскаиваться, хотя он не скажет, никогда не скажет. Я знаю, что не скажет. Я думала об этом, задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же мне делать, если он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями, но устройте себе свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет. Да, теперь не хочет. Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Но только помогите, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо. Да, я полюбила вас. И все-таки это ужасно. Если бы он полюбил вас, когда вы еще не выходили замуж. Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга. Как же все это тяжело. Все-таки будем любить друг друга, и Бог поможет нам найти то, что мы хотим. Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы ее полюбили. И все будет хорошо. Как мне жалко, что вы слышали, я бы не говорила. И все же еще ничего не решено. Я могу сказать только одно. Если б не все эти тяжелые обстоятельства, я рада бы была. Мама, пожалуйста, только не меняйтесь. Спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно. Что ж к нам не пришел? Опять пьешь, ах ты. Обещал. Ну, ты знаешь, что денег нет. Зачем я тебя полюбила? Маша. Что Маша, Маша? Если б любил, давно бы развелся. И там тебя просили, говоришь, что не любишь. Отдержишься за нее. Не хочешь, видно? Ну, ты же знаешь, от чего не хочу. Пустяки, все. Правду говорят, что пустой ты человек. Ну, что мне сказать на это? Сказать, что мне больно слышать то, что ты говоришь, что ты же сама знаешь. Ничего тебе не больно. За что ты меня мучишь? Кто кого? Недобрый ты. Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебя-то уж совсем не пристало. Красавица ты моя. А кого же мне еще-то любить? Только меня. Ай, да. Не. Вот. Читай, что написал. Да тебе скучно будет. Нет, коли это ты написал, так хорошо будет. Ну, слушай. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Был темный, теплый, тихий день. Да, царя. Туман. Так, тут проклятая овца беглая. Барину почтение, что ж ты с нами делаешь, а? Ух. Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Нехорошо, блин, тут тылал. Погано делаешь, барин. Путаешься с голышом, что с него взять? Я не путаюсь я! А люблю барина, и все. Я хор не бросаю, петь буду, а что? Поговори еще. Я тебе космы повыдержу. Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, я ее честь берегу. И ты не думай, на что люблю ее, на что сделал. Да вот не любил, когда у вас деньги были. Заплатил бы тогда в хор 1010, да и взял бы честь честью. А теперь промотал, к радости увел. Стыдно, барин, стыдно. Не уводил. Я сама к нему пришла. А теперь уведете... Опять приду. Хватит! Хватит говорить. Уйдя. Прости, барин. Простите меня, я невольно был свидетелем неприятной сцены. С кем имею честь? А. Князь Сергей Дмитриевич. Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать. Но, услыхав, считаю долгом сказать, что слышу. Меня направили сюда, и я у двери должен был... подождать выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания были не слышны за голосами очень громко. Да-да, прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне все равно. Но мне хотелось сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке-цыганке-певице, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось сказать. Так что вам от меня угодно? Чем могу служить? Вы меня простите, князь, но я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно? Я не буду отрицать. Вы угадали, у меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам. Да, совершенно уверен. Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо, непосредственно от вас, узнать о ваших отношениях. Ну, вы мне позволите говорить о ваших отношениях к вашей жене, Елизавете Андреевне Протасовой. Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены. Да, я так и понимал, потому только и взял на себя эту трудную миссию. Прекращены, спешу заметить, не по ее, а по моей, или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной. Так вот, Виктор Каренин, в особенности его мать, просили меня узнать о ваших намерениях. Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина, и пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И вот и все. Да, но... И не думайте, что у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, я беру эти слова назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она любила его, когда выходила за меня замуж. Это бывает. Самая лучшая любовь такая, про которую и не знаешь. Я думаю, что она всегда любила. Но, как честная женщина, даже себе не признавалась в этом. Но это какая-то тень всегда лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я вам делаю, признаю? Пожалуйста. Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. И я понимаю вас. Понимаю, что это тень, как вы прекрасно выразились, могла быть. Да и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. Я чего-то искал и увлекался. Впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу, да и мне нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь в сознании своем я давно не муж. И считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию. Да. Да, но вы знаете семью Виктора, его самого. Его отношения к Елизавете Андреевне все время были и остаются самыми далекими и почтительными. Он помогал ей. Помогал, когда ей было трудно. Да, я своим распутством помогал их сближению. Ну что же делать, так, видно, должно было быть. Вы знаете, его и его семьи строгие православные убеждения. Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их. И понимаю. Понимаю, что для него, а в особенности для матери, немыслимо сближение с женщиной без церковного брака. Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Так что же они хотят? Развод. Ведь я давно сказал им, что готов дать на условии принятия вины на себя всей лжи, связанной с этим. Очень тяжелы. Я понимаю вполне вас и разделяю, но как же быть? Я думаю, что можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно. Ужасно, я понимаю вас. Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас как честного, доброго человека. А скажите, что мне делать? Как мне быть? Вот, войдите во все мое положение. Я не стараюсь казаться лучшим, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать. Я тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете. Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь? Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины. Но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. А как я дошел до своей гибели? Ну, во-первых, вино. Вино не то, что вкусно, а просто все, что я не делаю, мне стыдно. Я всегда понимаю не то, что нужно, и мне стыдно. Вот я сейчас говорю с вами, а мне стыдно. А уж быть перед водителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И вот только как выпьешь, перестает быть стыдно. А музыка не опера Бетховена, а цыгане. Это такая жизнь, такая энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И вот чем это увлекательнее, милый князь, тем после еще стыднее. Ну, а труд? А, пробовал. Все-то не по мне, всем-то я недоволен. Ну, за что о себе говорить? Спасибо вам. Да, так что же мне сказать? А? Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться. Разумеется. Скажите, что сделаю, что, наверное, сделаю. Когда же? Постой. Ну, скажем, 2 недели довольно будет. Так и могу сказать. Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Так и надо. Так и надо. Чудесно. Протасов! Я войду. Входи, если хочешь. Только я занят. Да, входи, пожалуй. Ты что? Застрелиться хочешь? Можно. Можно, я понимаю тебя. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты, себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя, я все понимаю, потому что я гений. Ну да, только... Ну давай выпьем, что ли? За твое большое путешествие. Я не стану тебя удерживать. Я стою выше этого. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты себя убьешь, чтобы они, 2 человека, жалели тебя. А я себя убью, чтобы весь мир понял, что он потерял. Я и не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано. И мне нечего писать. Они сами должны понять. Эх вы! Подожди немного. Жалкие люди, копошатся, хлопочут и не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. Что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда их казнили, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я вас выведу на чистую воду, лицемеры. Уйди, пожалуйста. Уйти? А, я понимаю тебя. Я не стану тебя удерживать. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только вот что хочу тебе сказать. Хорошо, хорошо, ты скажешь только после. А теперь вот что, дружок. Передай, пожалуйста, вот это вот хозяину. И спроси там... На мое имя письмо, посылку, пожалуйста. Хорошо, но ты меня подождешь, потому что я важное хочу тебе сказать. Такое, что ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я туда не приду. Уже это все отдать? Сколько нужно. Не могу. Не могу. Не могу. Вот хорошо. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели же ты в самом деле? Не мог. Не мог, не мог. Меня-то нет, разве? Меня-то не пожалела, ах, Федор Васильевич. Грех, грех, грех за мою любовь. Хотела их освободить, обещал, лгать. Не могу. А я-то? Да что ты? Разве тебе лучше со мной мучиться? Стало быть, лучше. Я не могу без тебя жить. Да какая со мной жизнь? Поплакала ты и прожила бы. Вовсе не плакала бы. Маша, дружок, ведь я же лучше хотел сделать. Себе лучше? Да как же себе, коли я бы себя убил? Да разумеется, что лучше? Да что тебе надо? Как что надо, много чего. Ты скажи, скажи. Ну, во-первых, сдержать слово, делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу. Ну, положим, что гадко, я сама. Потом нужно точно... Освободите жену его, они хорошие люди, зачем им-то мучиться? Да, хорошего немало, коль она тебя бросила. А еще то, что ты милая, хорошая девочка. Люблю тебя, а коли я стану жить, так ведь погублю. Это я сама про себя знаю, где погибну. Еще что. А главное-то, разве я не вижу, что я пропал? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость. Как говорил твой отец, негодящий я. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я. Да и все тут. А что ты плохо живешь? Ешь да кутишь. А ты живой человек. Брось. Легко сказать. Да сделай так. Да, когда смотрю на тебя, кажется, все сделаешь. И сделаешь, все сделаешь. Это что? Письмо? Это ты им писал, а? Что ты писал? А что писал, теперь не нужно. Писал, что убил. Не писал про пистолет. Ну, что меня не будет. Вот, давай. Ты читал роман «Что делать»? Читал, кажется. Скучный это роман. Но одно там очень хорошо. Он этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. Ну и ты вот. Ты плавать не умеешь? Нет. Ну так вот. Так ведь это обман. И прекрасно. Пошел купаться. Платье оставил на берегу, а в кармане бумажник и вот это письмо. А что потом? А потом мы с тобой уедем. И будем жить во славу. Алимандер! Я себе возьму. Он так определенно обещал, что я уверен исполнить свое обещание. Несовестно, но я должна сказать вам. То, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думай, что это была ревность. Это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать? Опять вам. Тебе... Не мешайте, не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучило меня все это время, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина. Ты безнравственная женщина. Но с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я совершенно освободилась. И почувствовала, что могу... не солгав, сказать, что люблю вас. Тебя. Теперь в душе у меня ясно. Мучит меня только одно. Мое положение, этот развод. Это так мучительно, это ожидание. Сейчас решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал, что он нарочно все это делает. Он не... Это все та же его слабость и честность. Не хочет говорить неправды. А только напрасно послал деньги. Ну, нельзя, это могло быть причиной остановки. Нет, деньги что-то нехорошее. Ему может быть менее щепетильным. Какие мы делаемся эгоисты. Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты сама виновата. Ты думаешь, ты один? Я тоже. Я чувствую, что я вся полна, купаюсь в своем счастье, все. И Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты. И главное, я. Я люблю. Да. Без раскаяния. Без возврата. С того дня все вдруг переменилось во мне. И не может вернуться. Никогда. Я только одного желаю. Чтобы в тебе все это так же было кончено, как во мне. Какие мы несчастные люди. А что? Когда ты вышла замуж и, вернувшись из-за границы, я узнала, ты почувствовал, что потерял тебя. Я был несчастлив. Мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба. Я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Впрочем, нет. Нет, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы, к жене моего друга, да и тебя я знал, так что это не мучило меня. Я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, я чувствовал, что я поддержка тебе, что ты боишься моей дружбы. Я был уже совсем счастлив. У меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он стал невозможен, ты решил оставить его. Я в первый раз сказал тебе все. И ты не сказала «нет», но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Ну, если бы меня тогда спросили, чего я еще хочу, я сказал, ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала, вот как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного. Ну, казалось бы, ну чего мне еще желать? Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было того, что напоминает о нем. Лиза, прости, то, что я говорю, потому что я не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе, от тебя скрытая. Все это сейчас нарочно сказал за тем, чтобы показать, как я дурен. И как я знаю, что идти дальше некуда. Что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его. Так и нужно. Я сделала все, что могла. Не я, а в моей душе сделалось все, чего ты только мог желать. Из нее исчезло все, кроме тебя. Все. все. Я бы не стала говорить. Вот и ответ. Неужели все решится, Виктор? Что? Читай. Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим, не буду лгать, называя вас милыми и дорогими. Не могу совладать с чувством горечи упрек о себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайности помешал вам, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться. Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консистории, вся эта гадость невыносима, противна мне, как я не гадок, но гадок в другом роде. А в этой гадости не могу принять участие, просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми, я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться. Должен уничтожиться, я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно, не похоже на вас, но что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Мой исход короче, дешевле, вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще... Тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя. Он убил себя, да? Верните господина Вознесенского! Федя! Милый Федя! Неправда. Неправда. Неправда, что я его не люблю, не любила. Люблю его. Одного люблю, и его я погубила. Это надо узнать!